Итак, здравствуйте. Меня зовут Рифат. Фамилия Нигумиров. Я поэт, прозаик, переводчик, журналист, издатель, культуролог, антрополог. И запятые можно и т.д., и т.с., etc. Речь у нас идет о чем? О творчестве. Что такое ВГИК? ВГИК – это творческий вуз, институт, высшее учебное заведение, которое посвящено творчеству. И самое нетворческое, казалось бы, отделение сейчас сидит со мной – это продюсеры, да? Которые немножко связаны с чем связаны? С финансами? Конечно. Казалось бы. Значит, в чем ваша задача? Первое, самое главное, задача продюсера. В чем заключается? Кто вам сказал? Вы уже в втором курсе учитесь. Я сомневаюсь, что вам кто-то это сказал. Вот честно говорю. В чем задача продюсера? Одним предложением. Финансы. Ну, финансы, само собой. Обеспечить, задача. Обеспечить творческий процесс. Уже ближе, уже тепло. Послушайте меня. В мире полно идей. Безденежных идей. И в мире полно денег. Безидейных денег. А вот организовать эту встречу — ваша задача. Владимир Ильич Ленин. Подписал бы, если бы он сказал, но он не сказал это, он не знал об этом. Это я сказал. Но зато он сказал в дальнейшем, с искусством у нас будет кино, да? Да. Значит, ваша задача состоит в том, чтобы организовать встречу гениальной идеи с огромными бестолковыми деньгами, которые лежат, и никакой пользы ни человеку, ни человечеству не приносят. Понятно, да? Так, сделаем запятую, абзац. Я хочу для начала познакомиться с вами. Ну, с Айдана Римановной мы не будем знакомиться, я знаю. А какой предмет вы ведете? Мастерство продюсера. Мастер. Ох! Оказывается, там в этом деле мастерство продюсера. Оказывается, есть мастерство продюсера. Отлично. Продюсер. Как вас зовут? Меня зовут Султан. Султан. Да. Здравствуйте. Султан. Мне хочется. Имя шикарное. Вообще Султан — это ваше имя как должность прямо. Султан, когда я был молодой и знакомился с девушкой, чтобы не называть свое настоящее имя Рифат, я перед всем представлялся султаном. Так что мы с вами тезки. Почему вы пошли именно в продюсер? Потому что мне эта профессия более близка. Чем вот, просто мне скажите, вот, чем она вам интересна и что бы вы хотели вообще вот как бы добиться? Скорее всего, здесь две причины. Можно как бы креативить и зарабатывать при этом. Отлично. Отлично. Креативить в чем? В процессах, в съемочных процессах добавлять, участвовать. Сам съемочный процесс и само вообще кино вам близко, вам интересно? Ну да, я почему-то... Или вам разницы нет? Я что? С детством просто связан. Нет, или вам нет разницы? Допустим, если вам предложат, допустим, стать
директором магазина «Корзинка» на метро «Хамза» с хорошим окладом. У него есть магазин. Нет, я просто условно говорю. Нет. Значит, я бы не пошел. А, значит, вам в творческий процесс. Да. А, вот. Как вас зовут? Это очень здорово. Значит, вы на своем месте. Никита, можно просто Ник. Отлично. Отлично, Ник. Можно вас послушать? Почему вы пошли на продюсера? Уже второй год, да? Хочется оставить после себя что-то. Потому что это как история тоже. Достижение. О, как красиво, а? Хотите еще что-то добавить? Ну, как говорится, если выбирать свою профессию, то, конечно, я на все смотрел. То есть я везде учился, да. Вот. А где, например? Ну, просто родители. Музыка, спорт. О, отлично. Вообще такие крайние, да? Области абсолютно, казалось бы. И вот выбрал. Так. Уже творчество. Супер. Супер. Еще раз повторите. Никита. Нет. То, что вы Ник, я это запомнил, несмотря на свой Альцгеймер. Я имею в виду. Нет у тебя Альцгеймера. То, что вы сказали, почему вы здесь. Повторите вот эту фразу, которая мне очень понравилась. Я хочу, чтобы еще раз. Хочется оставить после себя что-то. Прямо в бронзе можно, да, выбивать. Так, Карина, да? Отлично, Кариночка, скажите, пожалуйста, о себе. Мне нравится организация разных съемочных проектов, также контролировать все, управлять. Ой, супер! Это идеал жены. Мне нравится контролировать, управлять. И она вот это свое, да, распространяет на более такое, масштабирует, да? Да, уже. Вообще супер. Еще раз скажите, почему вы пошли в продюсеры? Повторите, добавьте. Я хочу контролировать, сказала она, управлять, и также зарабатывать. Бабки, да. Бабки! Как это искренно! Как это искренно! Так, как вас зовут? Анфиса. Анфиса? Да, прям. Вы продюсер? Да. Почему вы продюсер и почему? Вы уже на втором курсе? Да. Вы уже второй год учитесь? Не жалеете? Абсолютно. О своем выборе? Нет, вообще нет. А почему вы выбрали именно эту профессию? Потому что я не творческий человек. Вы не творческий человек. Ну, то есть мне сложно как-то генерировать идеи, там, быть сценаристом, или быть актером, быть в целом. Но я люблю организовывать что-то, просто быть брать на себя ответственность. Так. Вот. В целом очень интересная профессия, но как бы я же не только в кино могу работать, я могу с таким образованием быть менеджером куда-нибудь. Куда-нибудь это что? Это куда? Не знаю, какой-нибудь ресторанный бизнес, менеджер ресторана. Вот как раз мы говорили, помните, когда вам предложили? Да. Если ей предложат, она, по крайней мере, будет рассматривать варианты, да? Я не стопорюсь на одном, просто что захочу, то сделаю. Но звучит многообещающе, да, выражение? Я не стопорюсь. Все-таки что-то творческое есть в Анфисе, да? Конечно. Она самый творческий человек. А хотя говорит, что она не стопорится. Это она себя дисциплинирует, это она себе установку ставит такую. Ясно. Потому что ей надоело творить без денег, она хочет за это теперь получать. Правильно я понимаю? Умничка. Значит, специально для Анфисы я повторю вот это свое выражение. В чем смысл продюсера? Это организовать встречу,
безденежных идей и безидейных денег. Мне очень нравится то, что... Как зовут мальчика? Самир. Самирчик? Да. Ты такой селфи сделай, чтобы давай, я посижу, было давай, видно, давай. О ком я. Самир, расскажите о себе, пожалуйста, и почему вы продюсер? Ну, я сам по себе универсальный, многофункциональный человек. Так. И я пошел на эту профессию, потому что я совмещаю в себе не только всякие творческие аспекты, но и технические, и экономические. Мне нравится эта профессия тем, что я могу соблюдать и брать в себя многие факторы, которые пригодятся мне в различных именно, так сказать, ремесло из-за этого. Совмещение творчества и реальности. А чем вы занимались вообще в жизни и как бы вот любимое дело, как хобби говорят, любимое дело, или вообще вот помимо того, что вы учитесь на этом отделении? Я занимался и музыкой, и программированием, и актерским мастерством даже. То есть именно актерское мастерство больше у меня как хобби было с музыкой, а вот программирование уже как больше как профессия и средство заработка. И сюда я пришел, чтобы как бы совместить, и у меня получается, слава богу, все эти вещи одно единое. Как бы. Отлично. Все, можете меняться местами. Я понял. А сейчас я, когда мы с вами как бы так коротко познакомились, я сейчас вам просто выложу так называемое методический пособие. Каждый преподаватель должен быть какие-то пособия. Что такое у нас? Мы вам немножечко расскажем. Так. Кстати, вот та корзинка, которую вам предлагали, да? Мы вас отказали. Да. Анфиса, вы не отказали. Так. Это я вам на стол положил образцы моего труда. Образцы моего творческого труда. Это альманах «Арк», который я издавал. Сам на коленке. Это значит, для того, чтобы издать эту книгу, первое, я должен был написать роман вот в этом томе. Вот он такой. Это я один. А остальные все уже вот здесь и здесь. Значит, я должен был написать роман. Во-вторых, я должен был его напечатать. А для того, чтобы напечатать, я должен был купить за свои деньги бумагу, оплатить из своих денег типографию и редакторские расходы, художественное оформление, редактуру, корректуру и прочие издержки. Производство, а потом издать и сказать, вот это моя работа. А вот сейчас, господа продюсеры, ответьте мне на вопрос, а где вы были? Это было время, у нас стоп. Еще продюсирования не было в Узбекистане. Саида Наримановна. Это риторический вопрос. Это как раз вопрос, обращенный к вам. Речь идет о том, что не было рядом со мной ни Карины, ни Анфисы, ни этих прекрасных ребят, которые бы взяли бы и спродюсировали бы этот проект. Поэтому мне приходилось быть в вашей шкуре, в шкуре продюсера. Что такое в Узбекистане быть в шкуре продюсера? Писатель. Поэт. И поэт.
Я вот так снимал тюбетейку до пель, который без козырька, да, вот так, с головы. И обходил всех своих друзей. Кто сколько кидал, это был бюджет проекта. Потом я стал умнее. Какая ты умная. Смотри, далеко пойдет. Конкретно. Истопорит. Масштабирует. Учим вы их. Тюбетейка побольше. Я начал делать подписку. Я, для меня было унизительно все, особенно унизительно собирать деньги, а еще унизительнее даже не когда ты просто деньги на что-то просишь. Это, ну, считай, как на благотворительность, да? А когда ты, написав роман, вложив кучу бабок, как ты говоришь, бабла, денег, это проект. Немножко расскажи, почему продюсер должен был с тобой делать этот проект. Расскажи немножко, кто ты, где ты учился, где ты работал, что ты закончил, можно, что ты писал. Мы сейчас как раз к этому подходим. Потому что почему, например, я должна была поддержать твой проект? Я должен ходить и продавать. Поэтому я вначале собирал деньги, составлял список. Это все делалось на коленке. Меня не учили в институте продюсерскому делу. Мне приходилось все это по наитию проходить. Поэтому мне так приятно смотреть на вас, что вы будете профессионалами. Когда творческий человек будет заниматься своим творчеством, а продюсер будет продюсировать его проект. Ясно, да? Сейчас по поводу приложения расскажите о себе. Да, пожалуйста. Я вам... знаю, но просто хочу, чтобы ребята знали. Рифат Гумеров, если вы наберете в Гугле, просто поисковик Рифат Гумеров. Сейчас сделаю. Да. Не обязательно сейчас, можете потом. Вам Гугл все расскажет. Если нажмете Рифат Гумеров картинки в том же Гугле, он вам все покажет. Если вы зайдете на YouTube-канал, найдете мой канал, который тоже фантазия какая-то. Рифат Гумеров называется. Вы посмотрите, там у меня 1600 там с хвостиком этих подписчиков. Но у меня задача не в том. Я не хайпую. Мне не нужен пиар, мне не нужно это абсолютно, вот эта пена мне не нужна. Я занимаюсь серьезным творчеством. То, что у меня 1500 видео, я просто как хозяйственный, творческий человек, чтобы у меня то, что я делал, или мы что-то с ребятами делали, не пропадало, на Ютубе как склад, как хранилище. Просто туда закидываем. Не надо ни облака, не надо мне никакие эти самые, ничего. На YouTube мне все это исполняется, да? Интернет все помнит. Конечно, конечно. Вот. Здесь мне нужна доска. Можно? Мне нужна доска, и я должен писать, чертить схемы, показывать вам. Как мы дожили до такой жизни. А стихи мы будем слушать тоже? Конечно. У нас, так, я не понял, у нас время так, с 10 до 3, да? Как? Мы тебе, я тебе сказала. Нет, мне так сказали. Может, я ошибаюсь? Нет, сколько хочешь, а если пару особо... Поэтому прежде чем от вот это все стихи читать, о себе говорить, я решил немножко систематизировать. Значит, я разделил свой так называемый мастер-класс
на части. Первая часть, это будет называться мистер Р. Мистер Р. Кто такой мистер Р? Это у вас что, вот это... Да. Ужас какой, а? А нельзя вам обыкновенные такие... Да. У вас маркеры нет, или еще... Какой-то обыкновенная доска, мел. Тогда, извините меня, старым дедовским способом, спокойно письмо, что такое, вот это ужас какой. Это называется технология. Вот. Вот я хочу написать, я не могу написать. Так. Может, она мокрая? Нет, он засох, скорее всего. Так. Чем мел хороший, никогда не засыхает. А если засыхает, то лучше пищу. Так, хорошо. Р. Что такое Р? Это мой псевдоним, мистер Р. В каждом. Р, латинская, рифа, да, первая буква моего имени. А если перевернуть зеркально, что будет? П. Ну да, конечно. Р. Зеркально перевернуть. Я. Конечно. Это уже кириллица. Я. Что такое я? Это мое внутреннее я. Вот этот мистер Р, который сидит в каждом из нас. В каждом из нас сидит еще один человек, один я. Второй я. Это называется альтер-эго, да? Альтер-эго. Второе я. Что такое второе я? Все мы взрослые люди. Но согласитесь со мной, что у каждого взрослого человека внутри живет маленький ребенок. Да. А? Когда вы остаетесь наедине с сами собой, обычно, когда вы ложитесь спать, никто вам не мешает, у вас какие-то свои мысли, ничто вас не отвлекает, и вы начинаете крутить, думать обо всем. И хочется это вам или не хочется, вы возвращаетесь к своему детству, да? Часто у каждого, часто бывает, у многих, это уже мы в психологию входим, проблемы человека выходят из его детства, да? Там какая-то, была какая-то драма, допустим, у девочки в детстве, да? И она с этой болью всю жизнь идет, а у нее все это все идет. Так что вот это мистер Р. Значит, первая часть у нас будет мистер Р. Как он пишется? Вот так, да, мистер? Правильно? Да. Ну, как хорошо, а? Какие вы умные. Так, второе. Альманах Арк. Это мой проект, который мы делаем. Третье. Нина, Валера, помогите. Мы говорили Альманах Арк. Потом поэзия и кино. Поэзия и кино. Что такое поэзия? Это то творчество. Общее понятие поэзия. О, поэзия, говорят. Это не обязательно строчки, стихи. Поэзия – это общее понятие. Поэзия и кино. И, естественно, узбек и кино. Узбек кино, Узбекистан и кино. Почему вдруг я живу на улице Мукиме, на метро Хамза, пройду пешочком по Мукиме, сверну налево на Чалансарскую, пройду я уже в Авдике. Раньше я должен был на самолете лететь в Москву. Общежитие, я был в Авдиковском общежитии. Мы дружили с гиковцами. Я учился в литературном институте имени Горького. В Москве? В Москве.
Это творческий, мы к первой части идем. Это значит, мы с вами познакомились, вы же мне коротко рассказали о себе. Сейчас я постараюсь коротко рассказать о себе. Я сам из Ферганы. Родился в Фергане, окончил школу, окончил Ферганский педагогический институт, русский язык, литературу. Но я не стопорил, как Анфиса. Я хотел большего, я хотел развиваться. Мне, почему я пошел в педагогический, потому что это было рядом, и потому что это был русский язык, литература, а я занимался творчеством, я писал стихи. Мой стаж идет, это другой, с 1975 года прошлого столетия. 75 года. Почему 75 года? Потому что начиная с 72, 73, 74, 75 года пошли первые литературные публикации моего творчества. Но чтобы не мелочиться, там 72, 73, для ровного счета я взял 75 год. 75. Мы потом к этому вернемся. И вот когда я окончил Ферганский пединститут, я понял, что мне этого мало. Я хочу развиваться дальше как писатель. Единственный институт, где я мог учиться, это был литературный институт имени Горького. В 80-м году я полетел в Москву. Это была Олимпийская Москва. Перед моим прилетом в Москву, Москва только что распрощалась с Владимиром Семеновичем Высоцким. Он как раз умер. И вот я прилетел, а его только-только похоронили. Вот. И в Москве прошла Олимпиада 1980 года. И когда я прилетел в Москву, я поступил на отделение поэзии, которое благополучно закончил. Почему я вспомнил именно этот литературный институт? Потому что мы были привилегированные студенты. Студенты творческих вузов – это литературный, театральный, ГИТИС, Щепка, вы знаете, да? И, конечно же, в ГИК имели преимущество. Каждому из нас давали контрамарки. Что такое контрамарки? Билеты в любой театр Москвы. Мы могли написать число, а там уже печать была, уже все. Число, название спектакля, и зайти в любой театр на любой спектакль. Единственное место нам не было, и, естественно, там были какие-то откидные, мы могли сесть. Мы могли сидеть даже на ступеньках, если места не хватало. Неважно. Но у нас было право зайти и смотреть любой спектакль. Представьте, как это здорово, да? Естественно, мы дружили. И вот когда я приходил к своим друзьям на Галушкина, улица такая есть, там рядом с гостиницей «Космос», там где ракета такая стоит, монумент. Там, где учились студенты, в том числе из Узбекистана, многие из которых мои друзья. Есть такой художник Алишер Ибрагимов, который в ГИК кончил. Преподает у вас еще одна моя очень близкая подруга, сестра фон моя называемая, Умида Ахмедова.